Два года в тюрьме. 27 минут на свободе. Дорогая, я вернулся. Больше никаких темных делишек. Тебе есть что терять. Два часа на свободе. Да кто ж тебя выпустил? 8 часов на свободе. 600 тысяч зелененьких американских долларов. Мне правда есть что терять. 11 часов на свободе. Давненько не виделись. Снова ты. Вот засада. Ты украл моя собака. И теперь я с наслаждением убивать тебя. И вся твоя семья. Да сколько ж можно? Я только из тюряги откинулся. Реально сегодня? От обладателя премии «Оскар» Роджера Эвери. Мне нужны кое-какие инструменты. Автор сценария «Криминального чтива». Это будет не больно. Ты это слышал? И от продюсера «Нападения на 13-й участок» и «Счастливое число Слевина». Что это за психопат? Он мстит за какую-то собаку? Да. Эй, вообще-то тачка, которую ты угоняешь, моя. Он пошутил про собаку. Ну что же, развлечемся. Он неубиваемый! Он что ли бессмертный? Это даже приятнее, чем я себе представлять. Ну же, стреляй! Киллер по вызову. Да кто он вообще такой? Какой-то долбанный терминатор! Легенда возвращается в кино.